поговорим о том, что такое пролактин, когда его нужно сдавать, а когда не нужно, и маленький клинический случай. Значит, пролактин – это гормон аденогипофиза, железы, которые находятся в головном мозге, который, собственно, нужен для того, чтобы молочные железы производили молоко, для того, чтобы выкормить потомство. Поэтому во время беременности он растет, потом, пока женщина кормит грудью, он высокий, потом, когда частота кормления снижается, стимуляция соска, соответственно, тоже снижается, и пролактин потихонечку приходит в нормальные значения. И потом, когда кормление прекращается, он должен оставаться, собственно говоря, нормальным. Поэтому первое, когда его нужно сдавать, это если у вас есть какие-либо выделения из молочной железы, потому что, возможно, это молоко. Второй случай, когда его нужно сдавать, это если у вас есть различные нарушения менструального цикла. Так уж природой задумано, что женщина, которая кормит, теоретически ей не нужно беременеть, потому что предыдущее потомство еще мало. Поэтому пролактин блокирует овуляцию. Соответственно, если у вас либо нарушение цикла, либо ановуляторные циклы, то тоже есть смысл сдать пролактин. Третье. В клинических рекомендациях по ожирению есть рекомендация по сдаче пролактина, поскольку он может способствовать, скажем так, набору веса. Хотя сам он не заставляет организм как-то слишком сильно синтезировать жир. И четвертое, это когда есть какая-то реальная неврологическая симптоматика, то есть опухоль в голове настолько выросла, пролактинома, то есть опухоль, которая делает пролактин, что она давит на какие-то структуры, может быть, на зрительные нервы. И поскольку пролактинома одна из распространенных опухолей, то да, имеет смысл посмотреть пролактин. Теперь клинический случай. Пришла женщина на прошлой неделе на прием, прислал ее гинеколог после неудачных, скажем так, методов лечения повышенного пролактина. Принесла бланки, 4 штуки, показывает доктор, вот пролактин, надо что-то делать. Пролактин был там 800, 900, 1000, ну, в общем, все в таких пределах или около того. Я спрашиваю, жалобы у вас на что? Там у вас там зрительные нервы как-то, поля выпадают, у вас менструальный цикл сбился или молоко течет. Она говорит, нет, ничего, вообще никаких жалоб нет. Я пришла к гинекологу для того, чтобы мне назначили оральные контрацептивы. Она вот сказала, что давайте сдадим анализы. Они там сдали целую кучу всяких показателей. И, о боже, там пролактин повышенный. Она ее лечила препаратом под названием Достинекс. Пока пила, он снижался. Потом он опять повышался. И вот такие вот качели. Собственно говоря, я опять спрашиваю, жалобы на что? А жалоб у нее никаких нет. Она, может быть, с этим пролактином жила долго и счастливо. И никогда бы не узнала, если бы не сдала этот анализ. И такие цифры, то есть 600, 700, 800, там даже 1000, это вряд ли какая-то серьезная патология. И с этим не нужно ничего делать. Наиболее вероятно, это физиологическое повышение пролактина. И лечению не подлежит. Мы не лечим бланк, мы лечим человека в целом. И просто так вот циферки на бланке корректировать нет никакого смысла.